господа, меня зовут Катя, и это мой новый влог. Что-то я давно не снимала новые видео и забыла, как говорить. В общем, сейчас у нас конец марта, уже завтра наступит апрель. Я решила снять для вас влог. Я на какое-то время пропала немножечко, потому что я заканчивала сессию, и вы могли это тоже видеть в видео, как был весь этот процесс. На данный момент я сдала все свои сессионные работы. У меня больше нет дедлайнов. Единственное, мне осталось неделя учебы. Сегодня у нас была пятница, я сегодня была на парах по экономике. Она у нас была заключительная. На следующей неделе я не знаю вообще, сколько у нас будет пар, потому что какие-то модули уже закончились, а какие-то еще на следующей неделе будут. В общем, начинается апрель, у меня в апреле два путешествия, и вообще, наконец-то, я очень рада, что я закончила с учебой, особенно с сессией. Сейчас я нахожусь дома у своей сестры, я здесь буду жить какое-то время, потому что она со своим молодым человеком, с Ронаном, уехали на Бали отдыхать, и я, соответственно, сижу с кошкой и с собакой. В принципе, я этому очень рада. Кити, иди ко мне, мой маленький, иди во влог, иди. Кити, Кити, иди сюда, Кити, иди, мой маленький. Ладно, я его не поймаю. В общем, я очень рада, что я здесь живу, потому что я в общаге, немножко что-то я устала от общаги. Я люблю смену обстановки. И, собственно, сейчас я живу в западном Лондоне, в чудесном Ноттинг-Хилле. Очень классный район, потому что обычно я живу на востоке. Кити, поздоровайся с подпипчиками. Кити. Единственное, что мне не нравится в этом доме, мне не нравится здесь спать, потому что я боюсь. Здесь три этажа, то есть, знаете, такое большое пространство. Плюс ко всему, это как бы отдельный дом, условно, как частный. В центре Лондона такой маленький частный домик. И как бы здесь нет консьержа, здесь меня никто не защитит. И я все время боюсь, что сюда кто-то залезет. Я не знаю почему, просто потому что большой дом, и я в нем одна. Каждую ночь здесь я засыпаю, я просто слушаю все шорохи, которые есть, и очень-очень боюсь. Тут у нас Тапа, она сидит в клетке, потому что она наказана, ну, вернее, она меня достала. Каждый раз, когда я выхожу из дома, даже если это на 10 минут, она все тапки вот отсюда крадет. Она вылезает из клетки, когда я ухожу, и крадет все тапки. Что у меня сегодня по планам? Сильно много планов у меня нет, я буду по большей части дома, потому что, когда я сижу с Тапой, она еще щенок, и ее нельзя надолго оставить. Максимум ее можно оставлять на 2-3 часа, и то, скорее всего, она сожрет какой-нибудь кроссовок. Поэтому это тоже весьма опасное дело. У меня просто нет опыта воспитания щенков, и я вообще что-то не знаю, что с ней делать, с ее поведением. А вообще, так как сегодня 31 марта, мне обязательно нужно провести время за тем, чтобы распланировать апрель, вообще в целом в свои ближайшие месяцы жизни, потому что, ну, у меня заканчивается учеба, соответственно, я свободна в передвижениях, могу делать что угодно, и поэтому у меня много планов. Ну, еще у меня, в принципе, много дел, потому что последние 2 недели я занималась только учебой, вообще ничем, я все отложила, прохождение курсов, регулярный постинг рилс и так далее, в общем, все я отложила, и сейчас я за это заново берусь, но чтобы за это взяться, мне нужно сначала все распланировать. Так что сегодня важной задачей является распланировать месяц, ближайшее время и вот это вот все, что я очень люблю делать. Погода в Лондоне у нас очень непонятная. Меня это немножечко раздражает, потому что то идет ливень, то выглядывает солнце, а хочется просто, чтобы было всегда солнце. Сейчас вот облачно. На пару буквально минут выходило солнце, потом шел ливень. А я люблю солнце, я от этого дождя устала, от ветра. Уже как бы апрель на нас, а все еще, ну, не прям чтобы жарко. В принципе, температура нормальная, где-то сейчас, наверное, от 10 до 15 градусов, но все равно ощущается гораздо холоднее, это в Лондоне. Лучше бы уж было холоднее, но было солнце. Не люблю я дождь, я не вот... Не. В общем, сейчас расскажу, чем я занимаюсь. Немножко такое настроение. Ленивая, потому что сегодня спала 4 часа. Я проснулась в 6:30, начала собираться в университет, все вот это вот. Я здесь смотрю ну, сериалы Netflix, в прошлом видео вам рассказывала. Я уже на 3-м сезоне, на 6-м эпизоде. Я его смотрю часто параллельно, когда чем-то занимаюсь. У меня тут еще, угадайте, какой сериал. Здесь у меня Ю, а здесь у меня фитнес. Я пересматриваю сериал сначала, и сейчас я на 5-м сезоне. Это уже завершение этого сериала. Фитнес я смотрю просто на фоне, типа, прикольно, что-то там весело. Ю я смотрю, ну, прям, знаете, вот я прям сижу и смотрю, и то не всегда. В общем, я сейчас выкладываю сторис, выкладываю контент в Телеграм. Кстати, сторис, Телеграм,
пожалуйста. Если вы не подписаны на мой блог в запрещенной соцсети, то вам, конечно, решать, но если что, он у меня есть. Я тут параллельно выкладываю видео на YouTube. У меня, кстати, залетел шортс. Шортс я в основном выкладываю для того, чтобы они залетали в рекомендации, на меня подписывались новые люди. Я выложила 2 шортса и забыла про них, потому что они не залетели. Там вообще было мало просмотров, я думаю, ну и пофиг. А тут, спустя, наверное, 3 недели, как я его выложила, у меня шортс залетел. Поэтому теперь у меня, помимо регулярного постинга Reels, нужно еще делать шортс. Шортс я пока не понимаю этот формат, но я его пробую. Reels я знаю чудесно, прекрасно. Это эффективный формат для того, чтобы набирать аудиторию, для меня лично. В общем, да, занимаюсь всякими делами. Просто сейчас здесь сижу. Тапка спит. Наверное, с ней попозже пойдем погулять. Но, блин, в такую дождину она вся просто будет грязная. Но гулять с ней надо, да, Тапа? Вот как гулять с собаками? У меня, кстати, на нее аллергия. Я тут какое-то время не пила противоаллергенные, и я просто задыхалась. У меня был кашель, я не могла дышать нормально. Потому что у меня аллергия на собак. Здорово, да? Хотела с вами поделиться, что последнее время я просто не могу, потому что я постоянно смотрю сторис своих друзей, знакомых, каких-то блогеров, которые не привязаны к одному месту, которые путешествуют по миру. Кто-то учится на домашнем обучении, у кого-то там еще какая-то другая ситуация. В общем, я смотрю на это и думаю, блин, я хочу поехать в кругосветку. Я просто хочу куда-нибудь в Азию или еще куда-то. Ключевой момент в том, что мои друзья не привязаны к одному месту, потому что они учатся дистанционно. У меня есть огромное количество друзей, которые учатся онлайн в школе интернет-урок. Я уже очень давно о ней знаю. И сама я когда-то хотела переходить на домашнее обучение. Кто со мной давно, те помнят. Но у меня судьба сложилась несколько иначе. Если вы сейчас думаете о переводе на домашнее обучение, либо когда-то задумывали, то я вам советую присмотреться к школе интернет-урок. Эту школу я знаю давно, еще с тех времен, когда я сама хотела там учиться, переводиться на домашнее обучение. Также я знаю отзывы об этой школе от моих друзей, которые всем очень довольны. Поэтому и вам я хочу с удовольствием рассказать про эту систему обучения конкретно в школе интернет-урок. Я думаю, что вам будет полезно это услышать, потому что, возможно, кто-то чувствует, что ему необходимо на домашнее обучение. У всех разные ситуации, но если вам это интересно, то слушайте. Интернет-урок дает возможность выбрать удобный вариант для каждого. Кому-то нужно перейти на домашнее обучение. Сделать это можно полностью дистанционно, и вы точно так же закончите школу и получите аттестат. Есть друзья, которые закончили школу интернет-урок, получили аттестат. У них все прекрасно, дальше там занимаются своими делами, развиваются. Также можно подтянуть свои знания по любому предмету, как самостоятельно, так и с поддержкой учителя. Еще интернет-урок готовит к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, что мне кажется очень здорово. Все обучение проходит в, собственно, платформе школы. Все это очень удобно, все у вас в компьютере. В старших классах вообще не нужны будут учебники, просто можно будет распечатывать конспекты, и этого достаточно. Ну и как я уже упомянула, зачисление в школу также проходит дистанционно, то есть если вы решитесь переходить на домашнее обучение, все, вы сразу начнете этот путь дистанционно и получите физический аттестат в руки. Если вы в этом заинтересованы, то у меня для вас хорошие новости, потому что 12 апреля интернет-урок проводит день открытых дверей. Можно будет узнать больше о школе, задать все интересующие вопросы и, в общем, узнать все подробности. А ссылка на регистрацию будет ждать вас в описании. В общем, я вам эту школу очень советую. Личная рекомендация. Итак, мы сейчас с вами отправляемся за соком, и у меня идея фикс. Тапа сейчас спит, но я хочу ее оставить в клетке, из которой она обычно всегда вылезает, даже если я на 10 минут ухожу. Я хочу оставить свой телефон и посмотреть, что здесь будет происходить, пока меня не будет. Потому что она обычно растаскивает ботинки. Поэтому сейчас мы закроем Тапу в клетке и будем смотреть, что она будет делать. Ну, а мы с вами сначала идем выкинуть мусор. Здесь очень рядом мусорка. Сейчас мы закинем. Так, только... Что ты тут встал, дружище? Мне так интересно, что делает Тапа, потому что... Не знаю, я почему не догадывалась раньше оставлять камеру. Я сейчас иду за морковным соком в кофейню. Я в этой кофейне очень люблю брать булочки, бейглы. Я не знаю, как правильно. Напишите, как правильно, если вы знаете. И там у них просто нереальный морковный сок. Погода... Грустить хочется, не хочется никуда выходить. Хочется вот так вот дома сидеть и пить литр морковного сока.
Поэтому я пришла в магазин, взяла себе шейк, сливы и жду свой морковный сок уже 10 тысяч миллионов лет. Я так рада. Немножко долго мне пришлось ждать. Там просто забавно получилось, что передо мной было две девушки. Одна заказала где-то 7 бутылок сока. И эта девчонка, которая делает соки, она просто бегала туда-сюда. А вторая передо мной девушка, она, короче, у нее там были какие-то специальные ингредиенты, она говорит там, мне, пожалуйста, убрать морковку и свеклу, но, пожалуйста, положите одно яблоко, там, 302 грамма. Куда ты летишь, дружище? Look at this. Не люблю самокатчиков. Ну, вернее, не люблю самокатчиков, которые ведут себя вот так. Токсично? В общем, у этой девушки были какие-то очень строгие пожелания к ее соку, возможно, у нее какая-то специальная диета. Эта девчонка очень сильно запуталась и торопилась. И, в общем, я ждала этот морковный сок минут 15. Я не знаю, что просто уже дома случилось. Мне кажется, Тапа все разнесла. Но вы, наверное, это уже видели, а я еще не знаю. Она, конечно, вылезла из клетки. Нет ботинков на диване. Обычно всегда есть ботинки на диване. А тут я прям даже могу сказать, что я удивлена, потому что она вылезла, она нигде не написала, она ничего не сожрала. Все на местах. Я в шоке. Купила такой шейк, называется Power Shake. Не спрашивайте, что у меня сейчас с питанием, когда я сниму видео о питании, я не понимаю сама. То я ем углеводы, то их не ем, то все хорошо, то все плохо, то лицо отекает, то не отекает. Бесконечная история. В общем, очень вкусный шейк. Здесь ваниль. Ты хочешь писать? Сейчас, секунду. Она звенит в колокольчик на двери. Здесь, в общем, ваниль, овсянка, миндаль, финики. Очень вкусный такой протеиновый шейк. И морковный сок, в который обязательно надо добавить сливки. Я не знаю, почему я их добавляю. Я просто всегда, когда мне папа в детстве делал морковный сок, и Даша, мы все добавляли туда сливки. По-моему, так что-то лучше усваивается. И так вкуснее. Лично мне. Я просто не знаю, сколько сливок надо добавить. Чем больше, тем лучше. Ну-ка. Еще можно сливочек долбануть. Не самый... Ой, это уже было много. Не самый вкусный морковный сок, могу вам сказать. Обычно в той кофейне, где я беру, там он прям, знаете, такой прям морковка насыщенная. А тут такая немножко с привкусом земли. Какой-то, не знаю, редиски. Ну, со сливками топ. Заходит хорошо. Сейчас моя камера просто держится на свечке. Еще у меня сдох телефон, потому что у меня не прошла оплата за iCloud. У меня не работает WhatsApp, глючит весь телефон. Я не понимаю как, потому что вообще показывает, что память доступна. В общем, странная история. Я сегодня в сторис, кстати, рассказывала про то, что моя сестра сейчас на Бали. Там кое-что случилось. Те, кто подписан на мою сестру в блоге, те знают. Я пока не знаю, как это рассказать. Я, наверное, об этом буду рассказывать в сторис у себя, но я не могу. В общем, если вы подписаны на блог моей сестры, которую я, опять же, отмечала когда-то, то вы уже знаете. Мне уже писали в директ, но я еще в сторис, и здесь вообще ничего про это не говорила. В общем, они сейчас на Бали, и вообще слишком много людей сейчас путешествует. У меня соблазн, потому что я тоже хочу путешествовать. Я хочу просто куда-то поехать, и мне сейчас почему-то особенно хочется посетить Азию или Америку, потому что если, ну, знаете, с европейским направлением как-то все понятно, то есть, ну, я знаю, что там, я знаю, как там жизнь, конечно, не во всех странах я была, но в целом Европа, она и есть Европа, я ее знаю, я ее примерно понимаю, а Азия это вообще, это другой мир, Америка тоже. Я смотрела сторис своего друга, который сейчас в Америке, там какие-то сторис были с Манхэттена. Я просто смотрю на эти сторис и думаю, блин, а что этот человек сейчас чувствует и что бы чувствовала я? Потому что я не представляю вообще, какие эмоции я буду испытывать, когда я окажусь в Америке. Но даже в той же Азии, потому что там все так отличается. И я просто залипаю сейчас на сторис своих друзей, которые путешествуют и... Вообще. Это я все к тому, что я собиралась ехать в Таиланд в июне, либо на Бали. Потому что моя сестра подала мне вот эту идею. Они сейчас с Ронаном там отдыхают на Бали. Я думаю, блин, тоже хочу. Мы должны были в 2020 году ехать в июне. Но тогда началась корона, нам отменили билеты. И вот мы не поехали. И тут я думаю, ну все, значит я поеду одна. Потому что мне 20 лет в июне. Я хотела встретить этот день
в одиночестве. Ну, я вообще хотела туда поехать серфить, медитировать, посещать храмы, культурные достопримечательности и так далее. И я уже настроилась ехать туда в июне одна. И что вы думаете? Меня не отпускают. По большей степени эта идея не нравится моей сестре. Маму с папой я бы уговорила. Это я бы, да, это бы получилось. Но Дашу уговорить просто невозможно. Я бы могла поехать, потому что мне, я не прошу у них деньги, мне есть 18 лет. Но я об этом говорила в сторис. В общем, я просто подумала, что не поеду. Но я не хочу против них идти в том плане, что доказывать им. И опять же, я смотрела сторис своих друзей, которые сейчас на Бали. У них там какая-то история с полицией, с ворованными телефонами. И вообще у них столько историй, пока они там путешествовали. А они еще и мальчики. Я думаю, блин, а если я поеду одна, так еще и девочка. Ну, все-таки, наверное, это не очень безопасно. Но я бы могла найти кого-то, но я хотела поехать одна. В общем, у меня переформировка плана. Скорее всего, в июне я еду в европейское направление со своей подругой Сонькой. Но я очень хочу в Азию, очень хочу в Америку, вообще очень хочу исследовать этот мир. Невероятно хочу. Но это так сложно, в том плане, что не по финансам, а именно в плане моего ритма жизни, потому что я, считай, живу, ну, на две страны. 70% времени я провожу в Англии на учебе, 30% времени я провожу в России от всего года. И тут как бы фишка в том, что когда у меня каникулы, я обычно лечу в Россию. А если бы я жила в России, я бы летала, куда я хотела. В общем, у меня просто нет времени, чтобы совмещать и путешествия по миру, и успевать семью навещать, приезжать когда-то в Россию. Это сложно, у меня разряжается камера, и я пошла заниматься делами. Планированием, о котором я говорила в начале видео. У нас уже повечерело, я тут открыла окошко. Надо обязательно следить, чтобы они через эту дверь не вышли, потому что Китик может ее открыть, и Тапа тоже. И что-то им очень интересно, что там происходит, да? Что там происходит? Там сад. Я на выходные уезжаю к себе в общагу. Даша просто так решила, чтобы я не сидела все две недели подряд с собакой сама. На этих выходных с собакой будет сидеть подруга Даши. Соответственно, я ее сейчас жду. Не знаю, через сколько она приедет. Я думаю, где-то через час. Пока готовлю ужин, и потом уже поеду к себе в общагу на буквально там 2-3 дня. У меня просто в понедельник учеба. Соответственно, нужно, чтобы кто-то в это время сидел с собакой. У меня понедельник, типа, один из крайних дней учебы. Следующий. Вот, и потом я сюда вернусь и буду здесь жить до 11 апреля. Там потом вернусь в общагу на пару дней, потом путешествие, потом вернусь в общагу на пару дней, потом в другое путешествие. В общем, так. А, мне тут готовится курочка. Ну-ка, что она там? Слушайте, почему она все еще как будто сырая? Я не понимаю. У меня с запеченной курицей какие-то проблемы, потому что она постоянно у меня какая-то сырая. Я недавно запекала филе, и что вы думаете, оно было сырое, и я его так и ела, но я не доела его. Единственное, что у меня получается готовить всегда хорошо из такого, это лосось. Просто моя любовь. Я тут сидела, занималась планированием, распланировала все. Апрель, неделю, завтрашний день только еще не распланировала. А так все по плану. Так, тут у меня орел и решка, канары. Господи, сколько контента я смотрю, когда занимаюсь делами. Что это за новая девушка здесь на обложке? Тапа, ваши ощущения? Мы, кстати, сегодня с Тапой не сходили погулять. Я упустила момент, когда не было дождя, потом было поздно, потом был ливень. Ну, прости, Тап, надеюсь, ты в порядке. Я пытаюсь понять, она либо слишком сочная и хорошо получилась, либо она все-таки не готовая. Получилось как-то так. Немножко выглядит погоревшей, но все нормально. Это вкусно.